Всем ассаламу алейкум. Премьеры Таджикистана и Узбекистана встретились в Худжанде и поговорили о сотрудничестве. Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл в Таджикистан с рабочей поездкой в минувшую субботу, 24 апреля. В ходе встречи сторон были обсуждены важные направления двустороннего сотрудничества, включая политику, торговлю и экономику, инвестиции, промышленность, образование и науку, культуру, экспорт и импорт, здравоохранение, железные дороги, таможню, энергетику и другие сферы, сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. Стороны высказали конструктивные мнения по укреплению сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. Было подчеркнуто, что в рамках созидательных инициатив и перспективных целей президентов Таджикистана и Узбекистана, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева, заметно укрепились дружеские отношения между двумя странами и достигнуты значительные успехи. Пресс-служба председателя СОГДА отмечает, что Узбекистан является одним из ведущих экономических партнеров Таджикистана. Объем товарооборота между двумя дружественными странами в 2020 году составил 333,8 миллиона долларов. На встрече была подчеркнута необходимость увеличения объема товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном, строительство производственных предприятий и цехов в свободных экономических зонах Республики Таджикистан и возведение объектов различного назначения. Было отмечено, что в направлении развития сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном на стадии рассмотрения находятся 29 новых соглашений и договоров о сотрудничестве. Уполномоченным ведомствам было поручено в кратчайшие сроки принять срочные меры в отношении реализации неиспользованных возможностей между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. Официальная делегация Республики Узбекистан посетила историко-краеведческий музей Сагдийской области. Гости ознакомились с традициями, культурой, историей, богатым наследием таджикского народа и достижениями независимого Таджикистана. Худжанд и Коканд подписали меморандум о сотрудничестве между городами Худжанд Сагдийской области и Коканд Ферганской области подписан в рамках официального визита делегации СОГДА в Фергану, сообщает пресс-служба председателя Сагдийской области. Меморандум о сотрудничестве был подписан во время официального приема во дворце Орда города Коканда мэром Худжанда Фирдавсом Шерифзода и хакимом Коканда Маруфом Усмоновым. Подписание документа заложило основу сотрудничества между двумя историческими городами Сагдийской и Ферганской областей, говорится в сообщении. Теперь, согласно подписанному документу, исторические города Худжанд и Коканд укрепят торгово-экономическое сотрудничество, а также будут развивать взаимосвязи в сфере культуры, спорта, туризма, здравоохранения, науки и образования. Напомним, официальная делегация Сагдийской области во главе с председателем Сагдийской области Раджаббаем Ахмадзода посетила Ферганскую область для участия в региональном бизнес-форуме «Интеграция приграничных территорий. Залог развития». Между двумя областями подписан ряд документов о сотрудничестве. По завершению бизнес-форума были подписаны меморандумы о сотрудничестве между регионами Сагдийской и Ферганской областями, между городом Канибадам и Бишарикским районом, городом Гулистон и районом Бувайда, районами Бабаджон, Гафуров и Дангара, городом Исфара и районом Узбекистан, городом Бустон и районом Учкуприк. В мае в Сагдийской области Таджикистана ожидают ответный визит узбекской делегации.